Друзья, всем привет! Чаепитие! На самом деле, я сегодня восхищен этим миром в очередной раз. Потому что, когда путешествуешь, возникают такие моменты, вот, как бы ее назвать, такая пресыщенность. Вот приехал, потом, да, опять это. Уже не испытываешь того чувства. Вот иногда смотришь на людей, которые только прибывают, допустим, на море, на океан, на пляже. Какие-то новые там тусовки, дискотеки, те же еще куда-то. Смотришь на них, и они такие, вау, ура! Сходят с ума. И в каком-то плане им даже завидуешь, потому что ты уже не можешь эти эмоции испытать. Не можешь два раза пережить то, что уже пережито тобой, вот эти все вот эти эмоции такие сумасшедшие. Но сегодня, оказавшись здесь, это остров Гоза. Это место называется у нас, как же это место называется? Невейра. Вот это. В общем, здесь просто какое-то безумие, какое-то сумасшествие, какая-то обалденная красота. И вот это вот море, вот это Средиземное море, оно просто сходит с ума. Вот эти волны, вот эта пена, все это накрывает. Вот здесь полностью, вот сейчас это так не видно, но вот когда вот так делаешь, все лицо соленое, полностью весь в соли. И вот такие моменты, вот они реально, вот я последний раз примерно что-то такое супер эмоциональное испытывал, это когда были в пустыне, когда ночевали в пустыне, тоже было что-то сумасшедшее, оригинальное, красивое и очень эмоциональное, такое впечатление, настоящее впечатление. И вот после этого этих впечатлений не было, ну такие туда-сюда там движения какие-то. И вот сегодня опять вновь такой день наступил. Хвала Всевышнему, что здесь сказать. Каждый день на самом деле он прекрасен. Но некоторые дни есть прекраснее каких-то других прекрасных дней. Такая вот ситуация. Сейчас пьем чай. Вот, чай холодный. Ой, чай горячий, точнее. Несмотря на то, что ветер здесь как бы холодный. Сейчас уже жарко. Солнце жаркое светит. Но с горячим чаем будет, думаю, нормально. Что, такая жизнь. Друзья, если есть возможность, если нету возможности, выходите, выезжайте, смотрите. Узнавайте, будьте более любопытными, не бойтесь покидать свои границы, выйти из своего жилища и увидеть эти красоты. На самом деле это реально, реально это стоит того. Хотя бы просто один раз, просто взглянуть, прожить, прочувствовать, оно того стоит. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд солнечных.